Всем привет, вы на канале Коксворн, и сегодня мы будем играть в Fright and Funken, только плохой. Давайте посмотрим, что это. Left, right. Точно, left, плохой. Right. That's how you do it. Up, down. Up, down. That's how you do Кошмар. It. Left, up, down, right. Я уже понял, почему оно называется плохой Fright and Funken. Down, down, right. Послушайте down, это. Up, right, up, это уродство. Пел трехлетний ребенок или что? Я не знаю. Я не знаю. Кто это мог петь? Кто так ужасно умеет петь? Three, two, one, go. Я хочу на Это кошмар. После этого раунда все нормально захожу. Я сойду с ума. Виски? Да, точно виски. Надо удалить это приложение из App Store. Я не Я хочу сразу на самое последнее, чтобы все это пережить. Я хочу услышать свой голос. Посмотрим это. Three. One. Go. Давайте посмотрим, как он будет. Кошмар. Давайте чуть-чуть посмотрим. Мне это нереально выжить. Three, two, one, go. Какой у него голос, мне интересно. Обожаю эту песню. Обожаю. Эту песню я обожаю. Давай, 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 Мой мозг разросся навсегда. Мне нужен Бравл Старс. Мне нужна нормальная игра. Кстати, тут квест какой-то новый. И мне выпал отбой, будет он делать. Еще я коплю на Бравл Старс. Ой.
Как обычно, мне ничего не выпадет. Как обычно. Хотелось бы, чтобы... Локоть посмотрел. Кто? Мне интересно, это кто будет? Кто это? Как я люблю эту светящуюся кнопочку, сколько я ее не видел. И 3, 2, 1, 0. Я мечтал об Эше! Вау! Вау! Новый боец Эш Танк, хаотический 4 из 10 бойцов. Эш приходит в ярость как из-за мусора, которое ему приходится убирать, так и нанося и получая удары. Ярость делает его быстрее и опаснее, но со временем он остывает. Вау. Эш, ладно. Ладно, маленький подарок. Это не могу сказать. So сначала Эш, сначала Биби, теперь Эш. Вау. Это просто. Срочно. Вот так. Так получше. Так. Чё у меня в квест? Давай. Мы выиграем это. Who wants some TNT? Как ты не снимаешь? Вот ты рисуешь. Идемте убивать. Где
идея. Не заметил, он уже мертв. Хочу выиграть. Сказал же, выиграем. Динамайком потом сделаю с Биби парную. Вот это я его иду подальше. Нет, не смей.